В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления КМВД задержаны 10 участников 4 разрозненных преступных групп, осуществивших хищение денежных средств в общей сумме более 837 тысяч долларов США. Ущерб причинен 8 белорусским банкам. Механизм хищения заключался в использовании вредоносных программ для удаленного доступа к ЕПОС-терминалам объектов торговли, зарегистрированных на территории США. С использованием этих вредоносных программ осуществлялись операции мошеннические по возврату средств на банковские платежные карты белорусских банков, зарегистрированные на Дропу. После обналичивания их в белорусских банкоматах и также посредством интернет-банкинга операция «Возврат» отменялась. Таким образом, ущерб причинялся банкам. Свою преступную деятельность злоумышленники осуществляли на территории 5 государств. Это Российская Федерация, Республика Беларусь, Литва, Латвия и Украина. С сотрудниками управления К совместно с управлением Следственного комитета по городу Минска произведено задержание фигурантов, проведение следственных действий, обысков по месту их жительства. В ходе мероприятия одновременно пресечена деятельность 3 обнал и 4 дроп-сервисов, осуществлявших свое функционирование, в том числе с использованием интернет-форумов в Даркнете, таких как DarkMoney, Hydro Onion. Участники группы выполняли различные функции, от подбора подставных лиц для регистрации на свои имена банковских платежных карточек, а также использование вредоносных программ для осуществления преступной деятельности. В марте прошлого года правоохранительные органы Республики Беларусь обратились в 5 крупнейших банков с заявлением о возможном совершенном преступлении путем осуществления операции «Возврат на банковские платежные карточки, имитированные граждан Республики Беларусь» и с последующей отменой данных операций объектом торговли и сервиса США. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлены факты совершения преступления 10 участниками групп. По данному поводу Управление Следственного комитета по городу Минску возбуждено ряд уголовных дел по части 4 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение денежных средств путем использования компьютерной техники». В мае 2019 года указанные лица задержаны, в отношении 6 из них принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанные принимали на себя следующие обязательства. Один из них выступал как интернет-сервис по реализации реквизитов банковских платежных карт. Через развитую сеть данное лицо приобретало банковские платежные карточки, после чего посредством сети интернет, в частности Darknet, реализовывало реквизиты банковских платежных карт и сами банковские платежные карты преступникам для совершения различных преступлений, как для совершения расследуемого преступления, а также и для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Помимо того, указанное лицо, было установлено его причастность к совершению хищения денежных средств Рубелпочты, которое имело место в 2017 году. В результате противоправных действий было похищено более 30 тысяч белорусских рублей. В отношении данного лица уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд.